«Этот сезон для меня мечта, ставшая реальностью», – сказал Карен Хачанов сразу после матча. «Выиграть Кубок Кремля, где испытываешь невероятную любовь и поддержку публики, завершить год победы, да еще на мастерсе – это просто прекрасно. К тому же я обыграл первую ракетку мира. Какие еще тут нужны слова?» И, обращаясь к Джоковичу во время церемонии, сказал: «Хотел бы я однажды повторить твои достижения, хотя это сделать очень непросто, но я буду стараться». Итак, в финале Карену противостоял не просто Джокович, а супер Джокович. С августа серб выиграл 22 матча подряд, одержал победы на US Open, мастерсах в Цинциннати и Шанхае и гарантировал себе возвращение на первое место в рейтинге ATP. Карен Хачанов. Возрождение мужского тенниса. Наконец-то любители тенниса полностью могут наслаждаться победой русских мужчин на теннисных кортах и на таком уровне. Браво!